Сегодня в театре «Арлекин» Омский нефтеперерабатывающий завод при поддержке «Авангарда» провел акцию для воспитанников детских домов Полтавского, Муромцевского и Силькульского районов области. Ребята приняли участие в интерактивном новогоднем представлении, получили сладкие подарки и встретились с нашим нападающим Николаем Лемтюговым. Все зависит от вас. Несите позитив друг другу. Уважайте друг друга. В новом году будьте лучше, чем в этом году. Веселые дети, это, мне кажется, самое лучшее в нашем мире, когда именно дети радостные, хорошее настроение, и автоматически, мне кажется, все настроение поднимается у нас, поэтому мне такие мероприятия довольно-таки, так скажем, нравятся, близки по духу, поэтому пусть так и дальше все продолжается. Спасибо организаторам.